Добрый вечер, Лос-Анджелес, с вами Меган Майлз. Я только что говорил с начальством, выбор теперь между тобой и Венди Чейн. Когда хорошая девочка? Это большой шаг для ведущей местных новостей. Узнает плохие новости. Привет, девчонки, как дела? Что случилось? Они выбрали Венди Чейнг. Так, все, идем тусоваться. Познакомишься с каким-нибудь молодым жеребцом и выместишь весь свой гнев на его пенисе. Ну не знаю, разве можно так с пенисом-то? Одна! Хочешь свалить отсюда? Не то слово, а вот ты оставайся. Застряла? Да уж, застряла. Давай, отвезу тебя домой. Где ты живешь? А ты где живешь? Ты мне доверяешь? Есть! Блин, где мой телефон? Надо позвонить на него. У вас 4 новых сообщения. Меган Чейн в пролете. У нее в Твиттере откопали пару похабных фоток. Ты снова в игре, и твое кредо «Пай, девочки» наконец-то сыграет тебе на пользу. Сегодня будут смотреть выпуск новостей с тобой. Это твой шанс. Нет, постойте, там же моя сумочка! Мне нужна ваша помощь. А мне твоя. Да, и в чем же? В полировке торпеды. Я же не проститутка. Слава богу. Мы засняли тебя за работой. Что? Еще раз тут увижу, угодишь за решетку. Так вы мне не поможете? Мы все правильно сделали. Слышь, Стерлинг, ты что тут делаешь? Я потерялась, у меня нет ни телефона, ни денег. Это же сучка из новостей! С какой-то радости Меган Майлз будет насасывать на крэк у нас на районе. Да не насасываю я на крэк. А на что насасываешь? Ни на что. За даром, что ли? Хочешь сказать, прошлой ночью ты ничего не насасывала? Нам капсда! Перестрелка. Трое темнокожих мужчин и белая женщина в желтом платье. Возможно, это та же самая бабенка в желтом платье. Где Меган? Не знаю, она просто ушла. Давай, тест на чмошника. Как ты называешь свой пенис? Мой пенис. Ты когда-нибудь был в стрип-клубе? Да. Ну-ка, сделай ву-ву. Только чмошник так бы сделал. С вас $1.50! А вы можете не останавливаться. Какая из тебя проститутка, если даже $1.50 заработать не можешь? Бросай это дело. А как заработаешь $1.50, купи себе бутерброд. Какие уж тут заработки, когда кожные кости? Белая женщина в желтом платье высажена из муниципального автобуса. Ты на самом деле переспал с Меган? Что ж, я рада, девочка хоть расслабилась. Она извращенка? Я не буду рассказывать вам подробности. А она звенела твоими бубенцами? Или, может, отшлепала тебя и назвала красавчиком, потому что ты красавчик? Смажь меня хорошо! Будь вы Меган Майлз, куда бы вы отправились? Вы видели эту женщину? Она меня унизила! Вы так напряжены! Я готов к финалу! Новость дня. Невменяемая женщина в желтом платье терроризирует весь Лос-Анджелес. Погоня за ней! Харю в пол! А ну, стоять! Станет главной новостью года. Боже мой, женщина в желтом платье пытается пересечь автомагистраль. Это же сучка из новостей! Блондинка в эфире. Вы не можете забрать машину без документов. Так вот же ключи. Смотрите, бип-бип. Видали? Вы не можете перекрыть мой бип-бип своей рукой.